не цепляюсь, но... Это плюсы, одни плюсы. Компактность, дальность хода. У самокатов нет таких плюсов. У самокатов 1.5 метра, 40 килограмм, куда-то занести, это две руки ты должен его взять, поставить. Одной рукой ты его, да, его можно сложить, одной рукой взять, но ты его далеко одной рукой не пронесешь, да. И вот эту, да, бандуру метровую. Для безопасности, да, свободные руки, да, все. Да, я просто все. Был обладателем самоката довольно-таки мощного. И, ну, главное, я, что ты вовремя. Да, могу с уверенностью сказать, что хочется на самокате назад кататься. Самокат я больше не стану. Спасибо тебе, спасибо. И вам спасибо. Давай аккуратней. Ты помнишь, да, сейчас ты спокойно выезжаешь, и налево ты едешь вдоль. Вот я еще здесь ни разу не выезжал. А пойдем, я тебя провожу. Я выезжал с той стороны. Я примерно представляю, где я. Скажи просто всем самокатчикам, вот ты, поскольку самокат, как у тебя моделька называлась, ты не помнишь? Халтон RS3. Халтон RS3. Самый мощный в линейке Халтон, да. Ты на нем катал сколько? 4 года я на нем отъездил. В 2018 я его купил, и вот продал я его. В этом году я его только по весне продал. Хочется тебе еще на самокат? Нет. Не хочу я на самокат. Спасибо. Я на нем один раз в яму попал, я же вам там говорил, был без спешки ударился. Все, фонарь. Сломал все ребра. Ехал, тытку, не дай бог. Ехал по траве. Сейчас вот через тротуар мимо клумб. Сможешь вот смотреть, да, здесь? Я с человеком катался, он был на велосипеде, а я был на самокате. И вот так мы поехали, он меня повел через траву уже по вечеру. Там хоть у меня и свет был нормальный. Но у него-то не... колеса большие на, да, велосипеде. Да, он проехал спокойно, а я не увидел, что там яма. Там яма была, она маленькая, узкая, но глубокая. Для самоката как раз. И я как раз своим передним колесом и через руль, и об землю грудиной, как шибанулся. Блин, 2 минуты дышать не мог, думал, все, хана. Снимок ребра не делал? Нет. Ребра потом не болели? Нет. Ну, крепкая у тебя. У тебя не только зоркий глаз, у тебя крепкая голова. Недельку походил, так чуть поболело, потом отошел. И все, я после этого сказал, я в траву больше на самокате, хрен там поеду. Потому что... Сможешь аккуратненько, главное не ерзать. Здесь дальше хорошо? Среда удобная. Счастливого тебе пути, спасибо, что... О, уже в заданном числе уже становиться надо. Все, давай.